Лиля. А ты похож на человека с музыкальными наклонностями. Звучит как диагноз. А у меня и рецепт есть. Ловите момент, мальчики! Поехали. Хочешь подраться? Нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Будь никем. Иди в никуда. Стань свободным от себя самого. Мне кажется, что для тебя сейчас самое важное – это твоя девушка. У такого парня обязательно должна быть девушка. Честно, я разочаровался в музыке. А теперь ты выслушай мое мнение на этот счет. Я тебе подскажу, но это будет не твоя истина. Я жду тебя, Артем, в этой стране полного безумия. Мне очень жаль, что нам не удалось почувствовать друг друга настолько, чтобы не бежать друг от друга. Чтобы, взявшись за руки, идти вперед, создавать что-то вместе. В моем сердце больше никого нет. Я засыпаю, думая о ней, просыпаюсь, думая о ней. И снится мне тоже она. Я люблю ее. Я больше не могу это скрывать.